Так, всем привет. Вот мои голуби. Вот у меня самец. Это называется узбекская порода, вот этот самец. А вот эти голуби декоративные. Ну, правда, еще породу толком не знаю. Они же тут парят там вместе по очереди. Сначала парит девочка, она отдыхает, потом встает, кушает, гуляет туда-сю. Он садится на яйцо, чтобы яйца не замерзли. Сейчас вот пауч, сейчас вот его очередь отдыхает. Она отдыхает, он сидит. Но потом я его вам покажу. Так, давайте следующую клетку посмотрим. Так, сейчас, секундочку. Так, вот тут тоже, видите? Вот она. Вот она, девочка, тоже сидит парить. Тоже одно яичко. Там одно яичко, и тут одно яичко. А это вот папаша. Папаша у нас какой папасечка. Вот он, тоже декоративный. Правда, не знаю породу, но я потом уточню и вам скажу. Вот моя девочка тоже сидит, яичко. Знаете, когда подходишь, яйцо трогаешь, например. Видите, крыльями бьют, не дают. Ну ладно, не буду мешать. Я боюсь, что я их напугаю и нарушу их непокой. Так, следующую клетку смотрим. Так, у меня тут 4 штучки. Вот он, папаша. Вот он. Он у меня первый голубь. Вторая голубка. Белый голубь. А вторая тоже голубка рядом. Но они пока пару себе еще не выбрали. Эти еще у меня яиц пока здесь нету в этой клетке. Вот мои сладкие. Они когда видят, знаете, шею.